Добрый день, мои зрители! Вы на спортивно-игровом канале Wabon Games. Последний новостной выпуск перед выходом NHL 22, которая уже завтра, друзья, будет доступна на 10 пробных часов. И мы, конечно же, с вами сразу будем записывать ролики по нашим любимым рубрикам. Поэтому поставь лайк за то, что ты любишь смотреть видосы о новой части нашего хоккейчика. И обязательно подпишись на канал. А также напиши в комментариях, чего ты все-таки ждешь от новой части NHL-ки. Ну и сегодня у нас просто очень крутые новости, которые, надеюсь, порадуют не только тебя, но и твоих друзей, которые увлекаются хоккейчиком. Поэтому поделись этим роликом обязательно. Дружище, у меня для тебя есть уникальное предложение. Как насчет получить 500% бонусов всего лишь после любых 4 пополнений своего счета? Такое тебе предложит только компания OneWin. А еще у OneWin самая уникальная линия. Таких событий ты не найдешь ни у одного БК. Не забывай, что вывод средств моментальный, без комиссии и в любой удобной для тебя валюте. А регистрация моментальная и не требует никаких документов. Переходи по ссылочке в закрепленном комментарии и пользуйся промокодом VG500 для того, чтобы получить максимальное количество бонусов. Я сам с удовольствием пользуюсь OneWin и вот сегодня заряжаю 5 на этот матч. Советую тебе попытать удачу вместе со мной. Ссылочка там. EA Sports NHL показали нам завершающие ролики о режимах, которые мы с вами все очень сильно любим. Это, конечно же, карьера, франшиза, ну и для любителей Hockey Ultimate Team тоже рассказали о новых возможностях. Но самое главное, с чего я хочу начать, это невероятная бомба, о которой сейчас говорят все. Общий доступ к составу. Да, в NHL 22 вернется фишка под названием «поделиться составом». Эта функция когда-то была доступна в NHL-ках, но потом ее убрали. И, конечно, сейчас игроки очень давно ждали эту возможность, и вот ЭАшники хотели ее вернуть, и теперь будут рады объявить, что она наконец-то появляется в NHL 22 в составе раннего декабрьского патча, то есть только в декабре мы сможем ее попробовать. Что же такое поделиться составом? Эта возможность позволяет вам загружать себе составы команд других пользователей, выложенные ими в общий доступ. Если кто-то создаст большое количество новых игроков или изменит сразу много показателей, вы сможете загрузить этот файл и импортировать его в свой режим франшизы. Мы понимаем, что среди пользователей немало тех, кто подойдет к созданию состава творчески. Они могут начинать подбирать игроков уже сейчас и сразу же выложить свою команду в общий доступ с выходом декабрьского патча. В первый день выхода патча вас будет ждать много самых разных составов. По мере приближения декабрьского патча мы особо отметим самых выдающихся создателей составов. И что это значит, друзья? Мы сможем, практически все любители КХЛ в NHL 22, загрузить себе составы команд континентальной хоккейной лиги. Я очень как раз таки надеюсь здесь на вас, мои подписчики, те, кто создает эти составы. У меня просто сейчас не всегда есть время на создание полностью целого коллектива из КХЛ, а вы сможете, например, со мной делиться этими составами, и я буду постепенно, начиная с декабря, рассказывать, ну, может быть, и до декабря я уже расскажу о каких-то составах, которые сделал сам, а потом буду показывать и ваши составы, и их потом использовать в своих прогнозах, которые вы очень сильно любите. Поэтому КХЛ в NHL 22 может быть на каждой консоли. Единственное, не уточняется, будет ли здесь связка консолей, то есть можно будет ли состав с PS4, например, передать на PS5. Но давайте уже дождемся декабря этого патча и узнаем сами об этом. В режиме профи X-Factor теперь будет очень сильно влиять на вашу карьеру и добавлять системе развития в ходе нескольких сезонов, а не только в первом сезоне. Это очень важно.
Тип игрока, выбранного вами в начале карьеры, теперь сильнее влияет на вашу игру и способствует открытию первой способности X-Factor, своей для каждого типа игрока. Так что выбирать вам нужно типа с умом. В NHL 22 мы хотели сделать так, чтобы игроки, отыгравшие 5, 10 или более сезонов, получили заслуженную славу. И эта слава их ждет с новыми сюжетами X-Factor. Каждый сюжет открывает определенный X-Factor, некоторые сюжетные линии охватывают несколько сезонов, а для некоторых из них требуется пройти несколько испытаний. Например, сюжетная линия X-Factor «Прирожденный лидер» будет заблокирована после того, как вы выйдете в плей-офф в качестве капитана команды. Например, сюжетная линия X-Factor «Прирожденный лидер» будет разблокирована после того, как вы выйдете в плей-офф в качестве капитана команды. Степень прохождения открытых вами сюжетных линий можно увидеть в окне развития способностей. Здесь проводятся подробные сведения об испытаниях, которые нужно пройти, чтобы открыть нужный вам X-Factor. Так что погоня за X-Factor'ом станет для вас важной, как никогда. Что же касается системы разговоров, мы увеличили количество доступных диалогов и число взаимодействий в них. Каждая ваша погружение в сюжет будет происходить через систему разговоров. Вы можете оказаться в интересной ситуации, где надо будет выбирать между двумя сюжетными линиями. На измененном экране разговора будут отображаться награды за оба варианта, и вы сможете сделать выбор, исходя из нужной вам способности X-Factor. Коротко это все, что сказали о режиме карьеры, но самое главное, мы понимаем с вами, друзья, что, к сожалению, никаких новых сцен нам не подвезли. И это очень обидно, я хотел увидеть хотя бы другие картинки. Я понимаю, будут новые диалоги, но диалогов, как вы знаете, по прошлой части нам недостаточно было. Каждый раз они повторялись и были в большинстве случаев тупыми. Давайте уж честно говорить об этом. Главное для любителей франшизы в NHL 22 появляется клуб Seattle Kraken. Он официально начнет свой первый сезон в NHL, и вы сможете заново пережить опыт дополнительного драфта. Так что вы сможете собрать свой собственный Seattle Kraken и узнать, например, как в нем будут смотреться Керри Прайс или Владимир Тарасенко. Также режим франшизы будет заточен на X-Factor, и скауты там смогут обнаруживать новых игроков с этими способностями. И если вы захотите заполучить как можно больше игроков с X-Factor, не скупитесь на самых лучших скаутов с высоким рейтингом. Еще X-Factor меняет работу над сыгранностью звена. Создав звено из игроков со взаимодополняющим X-Factor, можно получить бонус до плюс 5 или даже преодолеть ситуацию, когда тренер плохо вписывается в звено. Ну и что касательно хута, то здесь самое главное, показали бонус за предзаказ. Вот так теперь выглядят эти карточки. И вообще мы смогли посмотреть на рейтинги некоторых хоккеистов, таких как Панарин или МакДэвид. Еще одним из важных обновлений в Hockey Ultimate Team теперь является возможность не только апгрейда карты, но и даунгрейда, снижения показателя. Сделано это для того, чтобы, если вам не понравилось, как вы прокачали карту, выбрали неверные синергии, и для того, чтобы вы смогли получить версию карты, которая вас устроит, даунгрейд стоит половину суммы, затраченной на апгрейд. То есть, если прокачка карты обойдется вам, например, в 1000 монет, то, чтобы вернуть ее на прежний уровень, вы можете заплатить 500. Дружище, не забудь воспользоваться промокодом VG500 для того, чтобы получить 500% бонусов. Ссылочка в комментариях. Это, наверное, все самые важные новости касательно этих режимов. И вот такой вот, друзья, новостной ролик у меня получился. Надеюсь, он вам понравился. Надеюсь, вы поставили лайк. И самое главное, нажали на колокольчик, чтобы завтра не пропустить первые видосы по NHL 22, которые выходят на 10 часов пробного режима. В 18:00 по Москве это случится. Так что, если у вас нет еще подписки на EA Play, можете ее успеть оформить. Вам же говорю спасибо за то, что посмотрели этот видеоролик. И говорю, до скорых встреч. Всем пока.